Всем привет, с вами Роман Раскольников, это игра Mass Effect, и сегодня я буду проходить побочный дополнительный квест под названием «Наверие контрабанда». Давайте его получим у Леопольда. Торговец приветствует человека. Человек — тот спектр, что прибыл в порт Ханьшань? Уже слышали слухи? Быстро здесь слухи разносятся. И в самом деле... Досточтимый спектр. Здешние компании не слишком рады прибытию человека. Человек мог бы облегчить бремя, лежащее на плечах торговца. Если человек согласится, торговец его щедро вознаградит. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить на станцию, но человек мог бы пронести его через таможню. То есть ты хочешь, чтобы я участвовал в контрабанде? Вы хотите использовать мое положение для контрабанды? Это вполне точно. Я это сделаю. У меня с этим нет проблем. Торговец смиренно благодарит Спектра. Пакет будет доставлен на его корабль. Человеку только нужно принести его торговцу. Пожалуйста, человек, не упоминайте об этом при администраторе Аналейсе. Торговца могут оштрафовать. Торговец может еще чем-либо помочь человеку. Блин. Я просто осматриваюсь тут. Торговец будет ждать возвращения человека. Я кое-что забыл сделать, ну ладно, потом сделаю. Сейчас за пакетом сбегаю. Я же вспомнил, я же хотел узнать, кто заказчик. Вот этот пакет Арпольда. Похоже, единственная, так сказать, вещь, которую можно поднять в игре, именно вот так вот, которая выглядящая, как ящик, в котором лежат разные там улучшения, там либо оружие, так еще что там, гранаты могут лежать. Тут особо-то, кстати, мало предметов, которые можно поднимать в игре. За все время еще какой-то диск поднимал в офисе. Забыл, как его звали. Бена, нет, не Бена, Джеймса. На этом каков в цитадели. Когда задание проходили, репортерша нам давала задание какое-то, мы там поднимали какой-то диск с данными. Здравствуйте, Спектр. Человек принес пакет? А кто получатель? Я хочу знать, кому предназначен этот пакет. Клиент торговца предпочитает сохранять анонимность. А говорите, или я не помогу. Ваш клиент предпочитает получить свой пакет. Скажите, кто это, или я ухожу. Слова человека не лишены смысла. Клиент — это Кроган по имени Иноморда. Охотник за головами с дурной репутацией и взрывным характером. Итак, человек принес пакет? Я его не забрал. Я был занят. Заберу его позже. Торговец умоляет Спектра поторопиться.
Покупатель не любит ждать. До свидания. Я еще вернусь. Торговец будет ждать возвращения человека. Я на службе, Спектр. Мне нельзя с вами говорить. Кстати, умно разработчики поступили, чтобы со всеми нельзя было разговаривать, то есть не прорабатывать им диалоги, то есть они просто сказали то, что сами никто не захочет здесь общаться. Чтобы их не озвучивать. Кстати, где Иномордо находится, я уже знаю. Я его ранее встречал. Я сразу понял, о ком идет речь, потому что это, во-первых, Кроган, а Кроганов здесь всего лишь один. Здесь вроде больше нет Кроганов. Здесь исключение — это охранник РКС. Прошу прощения. Ну и, собственно, мой напарник, мой боец Кроган. Но я думаю, он не в счет. К тому же у него название, то есть имя такое странное, Иномордо. Типа иная морда. Не вешай трубку. Старший брат, это я. Она не лезет. Что вам нужно? Что вы пьете? Что вы там такое пьете? Человеческую кровь. С корицей. Доканывайте кого-нибудь еще. Что вам нужно? Поговорить об Апольде. Я слышал, что у Апольда есть для вас кое-что. И меня это должно волновать? Вы его курьер или где? Вы его курьер или где? Что это за вопрос такой? Давайте поговорим. Да. Я подумал, что лучше иметь дело с вами напрямую. Погодите минуту. У меня к вам предложение есть. Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим, вам он платит меньше, чем заслуживаете вы. Продайте вещь мне напрямую. Назови цифру. Это интересно. Какую сумму вы готовы заплатить? 500 кредитов. А если серьезно? Если вы хотите получить пакет, а не пакетом по носу, делайте серьезное предложение. Да я вам шею сверну, прежде чем вы достанете оружие. Но мне нравится, как вы ведете переговоры. Прямо как мой отец. Я дам вам 750. Этого мало. Этого недостаточно. Я отнесу его Апольду. Вряд ли кто-то заплатит вам больше. Дурацкая. Снежный буран. Мой пакет у вас? Давайте договоримся. Сколько вы готовы заплатить? Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим, вам он платит меньше, чем... Это интересно. 500 кредитов. Если... Я дам вам 750. Согласен. По рукам. С вами приятно иметь дело. Взаимно. Теперь уходите. Охрана может заинтересоваться теми, кто меняет пакеты на наличные. Хорошо. С тобой приятно иметь дело. А давайте, кстати, Апольду попробуем рассказать. Будет ли какая-нибудь новая реплика от него? Посмотрим, что он мне на это скажет.
Блин, не там поднялся. Змейка бегаю. Здравствуйте, Спектр. Человек принес пакет? А, я отдал его Иноморде. Я продал пакет Иноморде. Человек это сделал? Человек предал торговца? Человек дорого обошелся торговцу. Возможно, дороже, чем ему кажется. От этих денег зависит жизнь торговца. Вам повезло, я не из полиции. Вы нарушили закон. Если бы вас поймал полицейский, вас бы посадили в тюрьму на несколько лет. Торговец желает, чтобы человек удалился. Прощай. Будь по-вашему. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!